Лев, студія знову з вами. І одразу до такої теми. Півмільярда гривень на реалізацію програми президента «25 спортивних магнітів». Уряд затвердив порядок надання субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури. Більше будемо розпитувати у олімпійської чемпіонки Стела Захарова з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Стело, добрий вечір. Добрий день, Одеса. Отже, «Спартак», «Олімпієць», стадіон «СКА», палац спорту. На вашу думку, на які спортивні об'єкти в Одесі першочергово треба спрямувати кошти програми президента «25 спортивних магнітів»? Ну, знаете, прежде всего я хочу сказать, что нужно обратить внимание, самое главное, это на большие областные центры, там, где культивируются олимпийские виды спорта, и не просто культивируются там, знаете, настольный теннис или бадминтон, а те виды спорта олимпийские, которые приносят по шкале сегодняшнего министерства больше всех медалей, да, и мы должны это обязательно учитывать. Я считаю, что сегодня такие областные центры, как Одесса, Харьков, Киев, ну я не знаю, где еще культивируются такие приоритетные, можно сказать, виды спорта, вот мы должны на это обращать внимание. Вы знаете, у меня сегодня идет, я смотрю, и Facebook, и некоторые представители звонят мне. Я понимаю, что объявились люди распила денег, которые на свои личностные, спортивные, частные залы, которые начали строить, хотят получить эти деньги. Ни в коем случае этого допустить нельзя. И я сегодня хочу обратиться к нашему министру спорта Вадиму Гутайту. Он разумный спортивный человек. Он должен понимать, что это останется потом в больших областных центрах, где будут развиваться олимпийские виды спорта. И хочу подчеркнуть, олимпийские виды спорта и самое основное, чтобы доступ детей был к бесплатным тренировкам. Вы прекрасно понимаете, сегодня мы читаем Facebook, а давайте на программу там где-то в какой-то области, где 100 тысяч населения, сегодня отреконструируем какой-то там зал. А это зал частный. И куда мы дойдем, что мы выделим деньги на местные бюджеты, отреконструировать этот зал, и он, частный зал, станет недоступный для наших граждан Украины и детей, которые будут заниматься, хотя захотят заниматься спортом в этой области. Поэтому это очень важный момент. Сегодня очень многие наши представители бывшей власти, которые раньше когда-то были, они прекрасно умеют читать и быстро ориентироваться в таких ситуациях. А как можно побыстрее отреконструировать у себя спортивный там какой-то зал, который никогда в жизни вид спорта этот не приносил медали, да? Я понимаю, что виды спорта все сегодня нуждаются в тренировочном процессе, в хороших залах тренироваться и так далее. Но мы должны поставить сегодня приоритет в тех областях, где это необходимо, и в больших центрах областных. То есть давайте сегодня возьмем тот же Киев, да, где съезжаются проводятся мировые турниры, где съезжаются национальные федерации со 5 континентов и весь мир. И мы имеем на 3-миллионный, а может быть даже и больше, город, дворец спорта, который не соответствует техническим стандартам международных федераций. И мы не можем сегодня, страна спортивная Украина, провести спортивные большие мероприятия, потому что у нас негде. Так вот, давайте зададим вопрос, где эти диванные мальчики вдруг, которые объявились так активно и захотели какой-то кусочек, опять же таки, пораспиливать себе в карманы, и при этом дети потом туда не попадут, медалей не будет. И точно так же, как и в Одессе сегодня мы знаем, что мы нуждаемся для Одессы по реконструкции зала, СКА, дворца спорта. Одесса – город спортивный. Я просто знаю, сколько людей занимается спортом, массовый спорт, и детей любят спорт. И сколько олимпийских чемпионов было выращено с
Одессы. Вы себе представить не можете. Наверное, одесситы понимают это и знают. Так вот, где мы должны ставить акцент? Одесса, Киев, который я сегодня сказала об этом, что нам негде. А не в городе, где 100 тысяч населения, давайте отреконструируем дворец для бадминтона. Да? Ну, это звучит как-то так очень странно и смешно. Поэтому мое мнение, как спортсменки, как человека-функционера, как общественного деятеля сегодня, который думает о спорте, понимает, что такое спорт, прошедший от А до Я полностью все этапы в спорте, знает, что, конечно, ко мне когда обратятся, обмануть невозможно. Поэтому я стою на той стороне спортивной, приоритетной области, которой мы должны сегодня обратить внимание. Стело, дуже вам вдячна за ваш коментар, за вашу позицію. Нагадаю, це була Стела Захарова, олімпійська чемпіонка. Говорили про реалізацію програми президента «25 спортивних магнітів».